господа пилоты. Ищите. Начало вообще 15 минут, сейчас я раскидаю в котке.
4, 3, 2, 1, начало боя! Hmm.
4, 3, 2, 1, начало боя! Это вы имеете в виду, да? Да, да, да. Алекс, где висит над их головами? Скорость меньше уже. Ага. Руби не хочу. Да. Ну, не считается. Даже если он тяжелый ленты, что он там мог на цене поменялся. Ага. Не 90, а 108.
Один тоже тактика была подняться, поднимался выше и потом в эту кучу малу пикировал. Скорость у него больше, чем у всех, и что-то там срезал, опять поднимался наверх. То есть второй этап кубка собралось неплохое количество участников, 14. Очень порадовала молодежь. Она не отстает, а иногда даже опережает. Начнем, как обычно, с конца. Почетное последнее место, 14. Я такого еще не слышал. Минус 301 очки. Очко Черепинка. Да! Ну ничего, это я думаю, что это начало. Лиха беда начала. Дима. Он первый раз сейчас. Ой, Никита. Получится. Не будешь плюс? Они маленькие. Я знаю. И вот, если ты себе сделал место, за него не знаю. Тогда вот, плюсом. Так. Второе почетное место сниз, заработал все. Уехал. Есть очень человек. Второй, да, говорит? Нет. Ну это вторые соревнования. Он первые были, но летает он побольше. Минус очей. Да, уже достижение. Тоже. Так, это 12-е. 11-е место у нас. Минус 100 очей на 12 место, это классно. Так, 11. Марадюк, Дима. 12. Скалицкий. Ну что? 222 очка. Тоже вперед. Его опередил. Залет. Что? Да, один залет. Если не залет. У меня тоже залет. Ну, товарищ Берц, надеюсь, потренируется там без залета. Далее у нас. Так, это 12-е. 11-е место. Мордюк. 292 очка. Мог бы лучше выступить, значит, нужно сделать пару самолетов лишних. Потому что с одним самолетом здесь и с одним не получится. Это воздушный бой. Были бы пилотажные модели, может быть, еще можно было полетать побольше. А здесь воздушный бой, контактный, без спорта. 10-е почетное место у нас занял товарищ Петров. Ура! 32 очко. Да, в десятку зашел. Но отрадно, что товарищ его. Кто его опередил на 9-м месте? Пасика Василий. Воспитанник. Это отрадно. Занял товарищ Намураль, наш почетный Аксакал. Аксакал! Занял. Ладно, 494 очка. Летал ровно, даже пару раз леточку заклинил.
6, 8 и начинаются финалисты. Почетное 7 место Минаков. 691. 9 очей в финале, это, конечно, слабовато. Почетное 6 место. Кто бы подумал, опять же, значит, Петров. Молодой, подающий надежды Василий Михаил. И браво учителю. Браво. Красиво в втором бое. Два труба заслуженных. Очень. Пятое место. У нас Борту Степан. И опять же, ученик товарища Петрова. Так что это Асалима. Будьте внимательны, товарищи. Нам на пятки наступают. Да, учители уже обошли. Сейчас вас. Да. Так, это у нас вот пятый, четвертый. Ваш план. Приготовим план. Так что побей. Я же говорю, молодежь наступает и побивает. Ну и третье. Как вы думаете, кто? Опять же ученик товарища Петрова. Саша Костровой. Очень приятно. Красиво летал. Хорошо. Браво призеру. Призер. Второе место. Второе место. Товарищ Афатин. Очень сильно порадовал. Какое количество очков? Очков. Ровно 1000. Ровно 1000. Серьезно, это не дам. Так что, ребята, берцы доедете. Да, сегодня первый. Есть у вас официальный товарищ. Ну, первое место случайно. Жаль, товарищ Дубрай. Браво, чемпион. Да, иногда бывает. Я не виноват. Так получилось. Ну что, объявляю. Второй этап Европы закрытым. Порадовали все. Надеюсь, третий этап Кубка Европы, так как неизвестно, будут ли наши товарищи с Украины. Чтобы я буду всех видеть.